Один человек получил ножевые ранения в результате нападения у здания Министерства внутренних дел Великобритании на улице Маршем в Лондоне. Нападавший, 29-летний мужчина, задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мотивы нападения пока не установлены, но по данным полиции на данный момент ничто не говорит о том, что они имеют отношение к терроризму. В то же время в полиции отметили, что до окончания расследования не отвергают ни одну из версий. Потерпевший, 60-летний мужчина с порезами на лице, был доставлен в центр травматологии. По данным медиков, его жизни ничего не угрожает.